серьезные средства были заложены, потому что экономика общества это постоянно призывает правительство не наращивать возничные расходы социальные, но, как мы помним, в 2012 году существенные возничные соцрасходы были повышены пенсии, продуктивные зарплаты бюджетников, то есть бюджет. Вот он, красавчик, блядь. Как тут красавчик? Только ты, только ты.
Раз и все, нахуй. И как, он его, что ли? Или что он это? Нырнул, блядь. Как он так нырнул? А вот записано. Этот его ударил? Этот его раз, он его... Подерзай. Да раз, стой, блядь!